чуть не затоптали. Как я выгляжу? Пора выходить в эфир. 3, 2, 1. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и... Это новости на W. Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханока-сама, карига рейно джинбуцу дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете, я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Энграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. На землю, сука, не двигаться!
шанс ебаться. Так Имона, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре. Сдавайся сейчас же! Стреляй!
Что за хрень? Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою Тебе мать! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять, только один? Палец на спуске, Ви. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? Ладно, открываю. Наконец-то. Фу, блять! Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да, мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Ну, допустим, вы поверили в мои рассказы. Что дальше? Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Будете мне условия ставить? По-моему, вы сейчас не в том положении. А что, если тебе все же придется сотрудничать? Для этого придется послать толпу кукол. Вы говорите через эту, потому что вы одна. И вам не к кому обратиться. Это правда. Каковы твои условия? Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа.
У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. О конструктах я знаю только, что один из них меня убивает. При этом я совершенно без понятия, как он попал на чип и как его можно удалить. Вариантов нет. Здесь справится только душегуб. Вернее, его новая, более мощная версия. Тебе надо ее найти. Мне? Он уже у Арасаки. Видишь ли, мой брат не подпускает к нему даже своих ближайших помощников. Я ничего не смогу сделать. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Я отправлю тебе свой личный номер. Позвони, когда соберешь больше сведений о душегубе. Но не раньше и только в этом случае. И запомни, с этого момента и мне, и тебе следует быть очень осторожными. Отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца. Ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок.